В Башкортостане изменили систему оплаты услуг за отопление. Денежные компенсации отдельным категориям граждан будут предоставляться с учетом сезонности платежей. Об этом сообщает сайт РБК Уфа со ссылкой на заместителя министра ЖКХ региона Марата Шангареева. Жители начнут платить за отопление по факту только за теплые 8 месяцев в году. Способ оплаты коммунальной услуги меняется с началом отопительного периода 2019-2020 годов. Квитанции с оплатой за отопление по новому способу 1/8 жители республики получат уже в октябре. Перерасчет за равномерные платежи до начала отопительного сезона ресурсоснабжающие организации сделают в первом квартале 2020-го. Министерство семьи, труда и соцзащиты населения пояснили, что социальную поддержку льготников подстроят под рост платежей. Пропорционально расходам граждан на коммуналку увеличатся стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий и компенсаций.